Дайте клубнянский огненный чай, три Бадвайзера классик, два кардессианских рассвета и... Попробуйте коктейль Слаша. И Слаша, спасибо. Для одной женщины немного выпивки. И Джек Дэниел, стопку. Две, и ее запиши на мой счет. Ее на ее счет. Спасибо, не стоит. Спроси хоть мое имя, прежде чем окончательно отвергнуть, а? Мне и так неплохо. Вижу, что неплохо. Джим, Джим Кирк. Так скажешь свое имя, или я его выдумаю? Ухура. Ухура? Не может быть. Это имя я и хотел выдумать. Ухура, а дальше? Просто Ухура. А фамилии в твоем мире нет? Ухура и есть фамилия. Значит, вы обходитесь без имен? Прости, приятель. Ты кадет, учишься. По какой специальности? Ксенолингвистика. Не гадай, все равно не знаешь. Думаю, это синтаксис, морфология, фонология инопланетных наречий. Нравится заниматься язычком? Я поражена. Думала, что это деревенщина, которая обожает секс с козами на своей ферме. Ну, не только. Этот аграрий тебя достает? Он мычит, но не бодает. Я с ним сама справлюсь. Ты справишься. Я отдамся без визга. Эй, а ну веди себя прилично. Да расслабься, радость моя. Я пошутил. Слушай, пастух, ты, наверное, считать не умеешь. Нас тут четверо, а ты один. Позови еще троих, тогда силы будут равны. Ребята, перестаньте. Стойте! Живо! Все! Есть, сэр! Да он и слышать я ничего не хотел. Пошли. Но я хочу дать... Живой, сынок? А вы умеете громко свистеть, да?